Здравствуйте. Записываю это видео в поддержку Айгуль Акбеды, героической матери четырех детей, чья история борьбы, думаю, объединила светлые умы нашего общества. Завтра в Айгуль состоится последнее заседание. Прокурор запросил ей 5 лет ограничения свободы, с чем я не согласен, и требую соблюдения закона и, соответственно, вынесение оправдательного приговора. У Айгуль уже сидит муж. И я считаю, что каждый из нас должен сделать свой вклад, чтобы помочь этой семье. Можете записать видео, сделать пост, поставить лайк или поделиться чьей-либо историей, публикацией. Я уверен, что это окажет существенное влияние на тех, кто принимает решения.